Привет, меня зовут Ноа Кременчуцкая. Сегодня я не только фэшн, но и очень даже бьюти-эксперт на платформе Вэйкра. Сегодня я хотела бы поговорить с вами про макияж и о его главном мировом тренде. Вам понравится. Главный тренд в мире современной красоты – это отсутствие какого-либо макияжа, что, безусловно, тесно сопряжено с нашими законами Торы. А это значит никакой вульгарной помады, никаких объемных накладных и норковых ресниц, никаких тонких бровей в форме ниточки. Вам на каждый день будет достаточно прозрачного тона, чуть-чуть пудры и обязательно глиттер и хайлайтер, и ты готова блистать. Нет необходимости забивать свою косметичками ненужными средствами. Улыбка – лучшая косметика. Будь естественной, будь красивой, будь скромной, будь собой. У нас есть функция сразу ниже под видео написать свои комментарии. Мне будет ужасно интересно услышать, что ты думаешь по этому поводу. Обсудить с тобой темы, о которых ты хотела бы услышать. И рассказать свою историю. Я буду лично отвечать тебе. Я вообще постоянно вишу в интернете и очень люблю общаться онлайн.